Точнее, вот у нас есть болт. Нет, лучше, конечно, полностью убрать, да. Да, подтягиваем. Есть. Я откручиваю вот этот болт. Так. Отсюда, по идее, начинает течь вода. Так, чем-то закрывать можно? Можно закрыть чем-то. Смотри, начинать это? Вымакивать. Нет? Нет, давай подберем, можешь что-то. Можно тряпочку подбирать? Сейчас будем подбирать. Так, болт мы вытянули, вода, на удивление, не течет. Я пошел выдергивать швед. Итак, подведем итоги. В общем, наша команда помыла лодку, сняла шверты и отправляется домой доделывать шверты, пока лодка будет тут без нас пылиться. Мы снова приедем, снова помоем ее и установим шверты. Это даже хорошо, что мы его сняли. Вот, в принципе, тупой предмет. Это у нас тот шверт, который плохо выходил, а выходил он как раз плохо по этой причине.